Игра без престолов. В прокат выходит драма Две королевы о Марии Стюарт и Елизавете Ай. 17 января 2019 года, 2059, Павел Воронков в четверг, 17 января, в прокат выходит историческая драма Две королевы по сценарию Бауи Лимона, который ранее работал над сериалом Карточный домик. Фильм охватывает шестилетний период когда Мария Стюарт занимала шотландский престол и претендовала на принадлежавшую ее двоюродной сестре Елизавете Ай. английскую корону. Главные роли исполнили номинантки на премию Оскар Сирши и Марго Робби. В оригинале лента «Две королевы» называется «Мэри, Куин оф Мария, королева Шотландии, что в полной мере отражает ее содержание. В первую очередь это история о Марии Стюарт, Елизавета в ней, важной, но второстепенный персонаж. Безусловно, зрители смогут уловить напряжение в отношениях между двумя королевами, однако реализуется оно не так, как можно было ожидать. Сперва зрители ознакомят с контекстом, мелькают кадры из концовки, Стюарта обезглавили, не сочтите за спойлер, а уже потом начинается завязка. Мария, Сиши Ронан, стоит в той же позе, что и на плахе, Девушка страдает от морской болезни, поскольку только что сошла с лодки. Монтаж выглядит неопрятным, и, к сожалению, это впечатление сохраняется вплоть до титров. Здесь стоило бы в общих чертах описать происходящее в первые минуты фильма, однако мы рискуем совершить ту же ошибку, что и сценарист Боуи Лимон. Если совсем коротко, Мария Стюарт и Елизавета. Ай. Двоюродные сестры. Первая, шотландка, Выросла во Франции и вышла замуж за Франциско. Two. Однако брак продлился совсем недолго. Король умер в возрасте 16 лет. Тогда Мария вернулась на родину с намерением занять английский престол, но тщетно. Елизавета I. не могла этого допустить. Перед походом в кинотеатр стоит освежить свои знания по истории Англии и Шотландии, хотя бы почитать о Марии и Елизавете в Википедии. Это почти обязательная программа в противном случае зритель может потеряться в размышлениях о мотивации героев и в конце концов заснуть, чтобы проснуться от одного единственного на весь фильм взрыва и окончательно потерять связь с происходящим на экране. Трудно сказать, в чем заключается главная проблема двух королев. Возможно, двух часов катастрофически не хватает, чтобы рассказать насыщенную сюжетными твистами историю Марии Стюарт. Или Уильямон, -И который в первую очередь известен как сценарист и продюсер «Карточного домика», привык к сериальному размаху и потерял способность умещать обширный материал в жесткие хронометражные рамки, хотя и удачных телепродуктов у него давно не наблюдается. А может быть, не самым лучшим было решение поручить столь масштабный проект художественному руководителю театра Денмару Эрхаус Рург до этого не работавший в кино. В основе сценария «Двух королев» лежит книга британского историка Джона Гая «Мое сердце принадлежит мне». Гай специализируется на династии Тюдор, а его работа в 2004 году даже получила Уитбридовскую премию. Сейчас, премия Коста, одну из самых престижных литературных наград Великобритании. Возможно, взыскательному зрителю вместо просмотра фильма лучше ознакомиться с книгой Гая, во всяком случае, Пресса в свое время пришла от нее в восторг. В преддверии премьеры «Двух королев» в продаже появятся издания на русском языке. Единственное, ради чего стоит обратить внимание на киноверсию, помимо шикарных костюмов и причесок, выверенная актерская игра. Представшая в образе Елизаветы, Ай. Марго Робби продолжает уверенно идти к заветному Оскару. И хотя кажется, что в полную силу она проявляет себя лишь в заключительной третьей ленте, шансы на лучшую женскую роль второго плана по версии Американской киноакадемии у нее определенно есть Сиши Ронан хотя бы из-за огромной хронометражной форы от Робби не отстает она крайне убедительно изображает сильную и амбициозную женщину которая страдает от этих на первый взгляд положительных качеств ближе к финалу две королевы сталкиваются в одном кадре от чего просмотр наконец приносит удовольствие опять же Достичь такого эффекта удается исключительно за счет актерских способностей Рона и Робби, а не таланта сценариста. Из остального каста особенно выделяется известный по сериалу «Доктор Кто Дэвид Тенант», который в «Двух королевах мало», но великолепно играет Джона Нокса, одного из ключевых религиозных деятелей того времени и главного противника правления Стюарт. К несчастью спасти тонущий корабль под названием «Две королевы от неизбежного» у актеров не получилось. В попытках урезать увлекательные повороты судьбы Марии до 120 минут и вплести в сюжет социальные комментарии создатели картины растеряли самое интересное. И это неудивительно, почти невозможно снять хороший исторический художественный фильм, не выкинув львиную долю подробностей, не взяв за основу одну из теорий, а почти каждое событие в жизни Стюарт имеет далеко не единственную трактовку, и не пожертвовав реальными фактами в угоду художественному вымыслу. Уэль, Мон и Рурк ошиблись еще на этапе выбора основных точек сюжетной канвы. Отсюда и появляется логичность и даже абсурдность поступков персонажей, а также откровенная заунывность, которая испаряется лишь на подходе к последним сценам. Обиднее всего, что где-то в двух королевах действительно спрятано очень неплохое кино, но авторы почти не оставили зрителю шанса его отыскать.